Смотри, там хорошая девушка заходит. Ти видиш сьогодні? Так. Да. В нього не закохатися неможливо. Я пам'ятаю, як я закохалася у Євгена Васильовича, коли побачила його в ролі Флорана у виставі «Священне чудовище», яку поставив дуже талановитий режисер, наш земляк Роман Григорович Віктюк. Він виходив в білому і босий чорний шарф. Ну, ви що? А коли я потрапила за куліси театру, я ще відчула аромат його одеколону. Ну, не передати словами, це такий фльор неймовірного образу. Актор театру і кіно Євген Паперний просто заворожує приязним відкритим поглядом та невимушеною легкістю у спілкуванні. Чи були у вас якісь події, пов'язані з цим містом, з нашим містом і з нашим театром? Я ж антрепренер тепер. Боїнг-боїнг привозили, перший спектакль. Любов по-французьки привозили к вам. Играємо в дурака привозили. І зараз от четвертий спектакль, новенький, який я затеял в очередной раз. Уже на виході п'ятий. Этот ми розкатуємо, а п'ятий вже буде прем'єра в Києві. Ну, наскільки це можливо взагалі об'єднати три іпостасі – режисера-постановника і актора, який бере участь безпосередньо в цій виставі, і продюсування? Наскільки це легко вам все? В антрепризі я вже давно працюю. Як артист я працював у Романа Віктюка. 5 спектаклів у мене було з ним. З Адой Роговцевою в парі ми. 5 спектаклів. Потім були 2 вистави франківські. Это Бенюк Костяков, антреприза. У них я 2 вистави працював. Потім була антреприза Ігоря Афанасьєва «Варшавська мелодія 2» з Роговцевим. Ми в Америці, в Нью-Йорку випускали. Місяць в Америці гастролі. Потім привезли в Київ. І об'їздили всю Україну, особливо в передвиборній кампанії. Ой, яка прелесть. Засилають тебе 50 спектаклів по стране, це ж сказка. Не тільки ради денег, а просто востребованность свою чувствуешь и в стране показываешь то, к чему ты стремился, ради чего, собственно говоря, мы работаем, чтобы народ увидел. И чем больше людей меня увидит, нас, тем больше результат дальнейшей деятельности. Да, как-то неудобно приучать население. Паперний Євген Васильович. Народний артист України. Народився у місті Нижня Тура Свердловської області. Закінчив акторський факультет Московського театрального училища імені Щукіна. З 1972 по 1995 роки актор Київського російського драматичного театру імені Лесі Українки. У вас дуже обширна і фільмографія, не тільки театральне, але ваше життя, скажімо так. Я не можу не спитати, оскільки ми в Кропивницькому, і в театрі Кропивницького, про вашу роботу на знімальному майданчику з нашими кіровоградськими геніями. Вадимом Морованим, Богдановичем, Гаріком Біршею в фільмі «Між першою і второю». Я цю історію знаю. Як ви працювалися з нашими кіровоградцями? Дуже добре, то воно чого. Главное, когда профессионал, и самое главное, с добрыми глазами и без чувства зависти. Жаба, когда давит, это так чувствуется даже в партнерстве. Когда ты находишься в какой-то в одной телепрограмме, не буду называть конкретно, какая я оттуда ушел, и когда там чувствуешь в коллективе негатив по отношению к тебе, то уже не хочется там протюваты, понимаешь? А когда встречаешь добрые глаза, улыбку, и желание с тобой общаться, тогда, естественно, все идет тип-топ. Вслед за ним шоферы, 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 водители, ящично-разливочный тар Ларионов и Кутько тоже взяли на себя и обязались. Вчера был съезд кинематографистов Украины, чрезвычайный. Не черговый, не очередной, так, да, правильно? И там, когда собрались, по много лет мы не виделись с людьми разных городов и регионов Украины,
И тут вдруг все съехались, чтобы решать серьезные проблемы, чтобы отстоять права Союза кинематографистов, права Дома кино, чтобы все это сохранить, чтобы у нас это не отобрали и не разграбили. Вот. И тут вот объединило всех. Вот когда цель есть, когда она объединяет. Вот я этим в антрепризе занимаюсь. Я забираю сборную команду, штат. Вот сейчас мы в театре, тут есть свой штат постоянный, бюджетный театр, зарплата. А я собираю, как в футболе, клубы, а из клубов собирается сборная. Вот моя антреприза на этом, любая антреприза на этом строится, да? Это очень сложно. У каждого своя занятость, каждый зависит от своего театра или там еще от какой-то организации. И мне их всех собрать как продюсер. Вот как продюсер, говорят, режиссер – это организатор в переводе, да? Вот я начал с того, что я собирал мощные силы раскрученных популярных артистов, несмотря на то, что сложно их всех вместе собрать. Вот вчера съезд собрал, потому что была цель. И когда артисты собираются и видят цель, и когда их устраивает материал, устраивает режиссер, не диктатор, а у нас коллективно это все делается, и с удовольствием работают, и сейчас с удовольствием мотаемся, несмотря на то, что это сложный, конечно, режим, когда тур идет. Отыграли, сели, поехали. Отыграли, сели, в автобус поехали. З удовольствием всі йдуть на це. Його акторська кар'єра від початку складалася доволі успішно. Та незважаючи на величезну завантаженість, Євген Паперний однією з прерогатив на сьогоднішній день у своєму творчому житті вважає антрепризний театр. Думав, що як продюсер, тільки антрепренер буду працювати. Но был казус, когда первый спектакль мы выпустили, я заявил себя в афише. Я не пишу, режиссер, постановщик, там, продюсер, да, не пишу в афишах. А лицо только показал, и потом претензии, но я не выходил, я вышел только на поклон, как продюсер. И претензии ко мне были очень сильные. Они купили билеты, увидели в афише, ждали весь спектакль, а Паперный вышел только на поклон. Ну, я дописал роль себе ту пьесу в первый спектакль, которой нет в пьесе. Написал себе консьержу, де-не-де, я появляюсь уже в роли, понимаешь? Вот. Так перешел из продюсера в артиста, начал играть. Следующий спектакль взял, уже взял себе эпизод хороший, с писанкой мы там, значит. Третий спектакль уже роль взял. Тоже хотел кого-то другого, жена говорит, да давай уже вспомним молодость, в конце концов. Я в «Лесе Украинки» проработал 26 лет, и там играл главные роли, но тогда я был молод и силен. Она говорит, а ты вот проверь себе на вшивость. Проверил, оказывается, получается. И даже не устаю. И вот этот спектакль опять беру главную роль и вперед. Почему вам дали такое хищное имя? А кто меня спрашивал? Я был слишком мал, чтобы протестовать. Да, вы правы. Ви народилися в далекій Свердловській області. Що або хто вплинув на те, що ви вирішили в житті стати актором? Ви вступили до Щукінського з першого разу? Так. А що було тим поштовхом, що ви вирішили вступати, по-перше, тільки в Москві і взагалі стати актором? Жив в скучній ситуації. Це пустые степи з вітрами і піском, і скотополем Казахстана, в степях Казахстана жив. Ну, родители там жили всю жизнь, батя там народился, дід наш український розкулачений, значить, зажиточний крестьянин, который отсюда свалил, попав під колеса репресії, запряг волів, поїхав з України в Казахстан. Там ціла колонія таких українців, село, де одна половина українців, вторая половина німці. Они попереженились сейчас между собой. Кто-то остался, кто-то... И вот такая история. Ну и скучно, степь, ни пейзажа, ничего. Единственное, душно был кинотеатр. Я там пропадал, кинофильмы смотрел. По 30 раз один и тот же фильм. Наизусть кино знал. Появились кумиры свои на экране. Ну тогда... Причем сам еще я рассказываю, уже не первый раз это... Что появились так, Голубкина Лариса, гусарская баллада, Наташа Варлей, кавказская пленница, там же Этуш, который стал моим педагогом, с Наташкой учиться начали, учились вместе в Щуке. Вот, Яковлев Юрий, тот же гусарская баллада. Понимаешь? И вот эти кумиры, и мне захотелось нырнуть в этот экран и жить там с ними, в этом мире. Вот эта вот болячка упала в сердце, в душу, в мозги. И все, я этим заболел,
і сказав, що я буду не в степі жити, а от там з ними, з цими артистами. Ну і так случилось, що я з ними і почав там жити. Тому що школу закінчив, полетів з Казахстана. А, год працював на електростанції, заробляв на білет Кустанай, Москва. Улетів туди, в Щуку, поступив. І поступив в актрису, в яку був влюблен, в Орлей Наталі. Вона на курс старше мене була. Поступив і учився у педагога Етуша. Шляп з ними, кавказської пленниці. З Яковлевым уже в театре столкнулся, в Вахтангово, потому что студентом я уже там работал, меня брали в театр Вахтангово после школы. А у меня что тут, в Киеве уже жена была к тому времени. Я в Киев попал случайно и тут поженился на актрисе киевской. И когда заканчивал, у нас уже ребенок народился, и надо было выбирать или семью разрушить и остаться там, потому что брали только меня, она актриса в Киеве. Рішення прийняв, приїхав в Київ, в театр Лесі Українки. Так оказався здесь. Особисте життя знаменитих акторів завжди під прицілом шанувальників та преси. Не секрет, що Євген Паперний – колишній чоловік найкрасивішої української роксолани Ольги Сунської. Та колишній шлюб не став на заваді теперішніх добрих відносин і активної спільної творчої праці. Я своїх обох чоловіків зустріла на легендарній сцені театру імені Лесі Українки. Суцільна сублімація любові, коли фантазія стає реальністю, а реальність – життям. Понад 20 років тому життєві дороги цих таких яскравих і талановитих артистів розійшлися. Вони перестали бути подружжями і знайшли своє особисте щастя окремо одне від одного. І тепер абсолютно щасливі у своїх нових сім'ях, а всі разом на одній сцені. Про свою дружину ви сказали, що вона святая жінка. В якій якості повинні бути притаманні жінці, щоб чоловік сказав про неї, що моя дружина свята? Терпіння. Це найголовніше качество. Терпіння і мудрість. Я ж все-таки чоловік неординарний, вспильчивий. Ну, артисты про нас не зря говорят, что артист тот же ребенок, только кое-что у него побольше. Вот, у нас же дети. И она это все терпит. Она как киномонтажер, работающая на студии, 20 лет проработавшая, общалась с режиссерами, с артистами. Она понимает, с пониманием подходит. Ну и потом, как это, эмпирические отношения в течение 25 лет наши, уже пришли в то состояние, что мы понимаем друг друга с полувзгляда. И если вдруг меня куда-то несет, особенно под газом, она терпеливо это сносит. И никакого ответной реакции нет. Потому что если ответную дашь, я же еще больше полезу в скандал. Да, нифига, полный качок. Все делит на 16, я потом сам каюсь, думаю, а когда человек молчит и тебе ни тем не противостоит, ты как в стену бьешься со своим темпераментом, потому что да нафиг мне это надо. И извиняешься. Вот терпение, поэтому отношение к ней как к святой. Ее коллектив наш, ну, мы уже называем с Милан триплиза Паперного, где-то в разные артисты, в разных спектаклях, но в принципе команда где-то в пределах 12 человек одна и та же, одни и те же артисты. Я беру только уже проверенных людей в работе. Вот. А она у нас за флит, она мне предлагает идеи, а я эти идеи воплощаю в жизнь. А чому артисти ведуться на ваші ідеї? Тому що їм подобаються ваші добрі очі і ставлення? Тому що кожен артист, який бере участь в ваших театрах, в театрах Паперного антрепризних, він все-таки медіа. Уже свої амбіції, да? Это есть. Они мне доверяют, наверное, просто. Потом, чем больше спектаклей я выпускаю, тем больше реальный результат. Они видят, результат есть, он не пустой, а не пустышка. И потом, я демократичный режиссер. Я как считаю, утверждаю правильно, что театр – это искусство коллективное. И поэтому все идеи актеров, участников я принимаю, проверяю на себе, ну не только на себе, на общем коллективе. Если идея хорошая у артиста, я ее туда беру в спектакль. Музыка, там, скажем, или предложение какое-то постановочное. Він різний, він суворий буває. Але швидко відходить. Якщо, скажімо, він може дати про Чухана, ну, як то кажуть,
по справі, не просто так. Тому що він відповідальний за цей творчий процес, і це дійсно дуже і дуже нелегко тримати на пульсі руку. І сьогодні у нього вже 5 вистав, і це вже прекрасний наш такий молодий, можна сказати, антрепризний театр, художнім керівником якого є Євген Васильович Паперний. Ну а що касається сценографії, туди вже нікого не пускаю. Вона моя, мені тут в чому складність? Ми ж не на стаціонарі працюємо, ми кочевники. І декорацію треба зробити так, що ти її скрутив. От у мене я, да, в двох кофрах декорацію і чемодан з реквізитом. Все це в купе поміщається. Бам-бам, скрутили, бах, в течение 15 минут ребята наловчились, все это снимают, одежду, сцены, декорацию, сценографию. И все, и поехали. Василь, идем. Я цветки. А цветки какие я, подобрался. Как жили. Да? Хорошие. Как жили. Хорошо. Да. Ну, как ну это ж театр. Композиции. А то приезжаем куда-то в Дом культуры. Да. Ни мебели, ни реквизит. Ну реквизит у нас свой. Мы ж хитрим, как, смотри, я взял ткани вот эти. И потому что диваны разные. Мы приезжаем, какой бы диван ни был, какое бы кресло ни было, uh-huh. ткань набрасываем, и уже наша декорация. Uh-huh. В характере спектра. Вот это все я придумал. А кресло ваше или наше? Нет, ваше. Подбор. Так оно и по обивке подошло даже. Да, да. Красненько. Театр, кіно, телебачення. Євген Паперний всюди почувається комфортно і працює завжди з повною віддачею, будь-то антреприза чи популярне телешоу. Я всеядний. Я не такой, що є артисти, які з розбором як-то підходять. Я знаю, які от тільки виключно положительних героїв грають. Якщо йому дають якусь комедійну, він стесняється показати себе комедійно в жанрі, или, не дай Бог, какую-то отрицаловку сыграть какого-то дядьку нехорошего, да? Вот он только любит играть положительных героев, социальные герои, да? А я всеядный, мне что давали, то и брал, то и играл. Потому что правильно говорят, что артист, он адвокат своей роли. И что бы мне ни дали в театре или в кино, я никогда не отказывался. Есть люди, сачкуют, получив роль, она ему не нравится, он неуютно в ней себя чувствует, он начинает искать пути, как оттуда соскочить. Я никогда не соскакивал. Я пер на пролом, наоборот, даже по два состава, когда назначали, я пытался уступить, как джентльмен, своему партнеру, дублеру, как мы вдвоем, да? А мне всегда режиссеры говорят, не-не-не-не, ты не балуйся, сейчас ты идешь, ты выпускаешь премьеру, а он потом. Вот так у меня было всегда. Лен, я уйду. Я обязательно уйду. Ты мне только скажи. Гриша мне мать или отец? Я так думаю, мать. Духовный, конечно. А ты как думаешь? А? Лен, как бы ты ни думала, а ти прекрасна. Як актор, як режисер, яка ваша думка з приводу того, що у більшості акторів зазвичай є амплуа? Ви вважаєте, що повинно бути амплуа? І все ж таки повинен бути актор, як ви кажете, сіядним? Ну, сіядним це може дозволити собі в театрі. Театр може тобі дати таку можливість, що ти где-то... Я грав Чацького «Горе от ума», любимая роль, да? І в це ж время грав чорт знает какого... бандюгу Гильома в сказке там, вот. И вот на таких контрастах работал. И у меня были и положительные, и отрицательные, и комедийные, и лирические герои. И, в общем, делал все. Это хорошо, когда есть у тебя диапазон, и ты можешь там и там. Но, к сожалению, в принципе, ты все равно от амплуа, как говорят у нас в артистов, от себя далеко не уйдешь. Как бы ты ни старался перевоплощаться, но все равно тебя эксплуатируют, у тебя есть свой определенный сектор. Если ты герой, особенно в кино это, вот как заявил о себе, вот так потом на тебе и везут твой жанр, твое амплуа. И я знаю, артисты всегда комедийные мечтают сыграть какую-то драматическую роль. Такой был Анатолий Папанов. Он всю жизнь комедийные какие-то роли, а он его тянуло на романтику. У него была такая роль, я сейчас не помню, как фильм, он там скульптора играл. Вот он мечтал, или Серпилина он сыграл, живые и мертвые в эпопее. И наш Бронислав Брандуков.
Ну, на него же без улыбки смотреть нельзя было. Я с ним дружил и даже озвучивал его в нескольких фильмах, потому что у него был инсульт, и он уже плохо говорил, и я его озвучивал. Так он всерьез, люди думали, он шутит. А у него когда интервью, как вот вы сейчас у меня. Потому что, а какая у вас мечта, кого сыграть? Ленина. Вот он хотел Ленина сыграть, вождя. Потому что всю жизнь Афонию играл, понимаешь? А он серйозно мечтав про серйозні ролі. Мистецтво творять особистості. Національний кінематограф і театр представлений плеядою талановитих артистів, серед яких, безумовно, Євген Паперний. Образи, які він талановито втілює на сцені та кіноекрані, дивовижні. Ліричні і характерні герої Паперного запам'ятовуються одразу, незалежно від того, знявся актор в епізоді чи виконав головну роль. Ви дуже багато і озвучували не тільки Брундукова, скажімо, інших героїв, mm-hmm. кіногероїв, в тому числі Термінатора Арнольда Шварценеггера. Як ви почуваєтеся в ролі дубля? Ні, ну, в этом-то плані у мене більше роботи, ніж візуально в кадрі. В кадрі я менше зробив ролей в кіно, ніж озвучував других. Наших, от вчора ми на з'їзді зустрілися, Іван Гаврилюк, народный артист, всегда, когда делали озвучание на русском, он моим голосом, Богдан Ступка моим голосом, Степанков моим голосом, ну, в наших отечественных украинских фильмах, Брандуков, то есть они снимались, а я их озвучивал. А, так, ну, украинскую мову они все это делали, а я российскую мову, бо требования были жесткие, надо было все украинское, то чистая мова. Я вот не решаюсь украинскую мову, что если требую, боюсь исказить речь. А российскую мову уже брали меня, потому что я на этом собаку съел. У меня в списке говорят, когда составляли анкету, там что-то порядка 150 фильмов зарубежных, дубляж и наших украинских, озвучка. Мультфильмов тоже полно. Ми бандито, гангстеріто, ми костето, пістолето, оу, єс. Ми стрілянто, убіванто, украданто, тоєто, оу, єс. Банко тресто, президенто, ограблянто, ун моменто, оу, єс. І заенто, режисенто, наснімато, кіноленто. Весело було працювати. Так, ще як. Вчора от Черкаський був опять. Ми за одним столом сиділи в ресторані. Он, Гаврилюк, Балаян, Криштафович, наш кінорежисер. І ми от як-то так, от плавились, сиділи, от кейф, знаєш, така положительна енергетика у нас за столом була. Коли ми друг друга понимали, юморили. Черкаський рядом сидить, мой друг і режисер, мультипликатор. И, конечно, с ним сказка работает. Он, вот он, такой вот он, демократичный, богатый на фантазию человек. И с ним легко, очень легко. Я еще таких артистов приглашал на озвучку в Киев. Приезжали Фарада, Герт, Джигарханян, да, ты что? Команды такие сборные собирал. Вот антрепренер, понимаешь? И когда мы съезжали все на озвучку мультфильма, сказка, есть что вспомнить. А де ви почувалися комфортніше? На театральних підмостках, в студії озвучування чи на кіномайданчику? Да я не знаю, я завжди комфортно себе везде чувствую. Везде. Театр більш розкріпощен, тому що там більше часу на підготовку. Репетиційний процес йде 3 місяці. Ти вже залізаєш, і коли спектакль виходить, ти вже тебе нічого не тормозить. Ти вже не думаєш о тексті, да? Ты думаешь, куда пойти, что взять, что надеть, что сделать. Уже все отработано, и то волнительный процесс, первые 10 спектаклей, пока все утрясется. В кино это сейчас ты прилетел, особенно сейчас такой поток идет этих сериалов. Но я не снимаю, слава богу, господи, я не люблю эти сериалы. Ну, не будем об этом. А чому сериалы все-таки это такой вагомый и стабильный, скажем, заработок? Так заработок, да, но это все горбами артистов. Это ж, ну, нельзя же гнать за смену, снять там 5 серий. Ну, это ж невозможно.
продюсеру это хорошо, он гонит, как кнутом погоняло, он гонит, ему свой метраж надо снять, хронометраж, да? А это все на артистах. А выучи текст, пойди. Вот такие вот страницы, и все это в одну смену выдать. Это же, ну это что, это годы жизни. Это ужас, ужасно. Я смотрю, когда я снимаюсь в эпизодах, эпизод, а когда главные герои смотрю в сериале, и когда они за день по 20 страниц текста должны в кадре рассказать, ну куда это годится? Это уже машина, это не искусство уже, это уже печатная машинка. Давайте тоді повернемося до театру. В одному знаковому відомому фільмі звучала фраза «Через 20 років вот нічого не буде, і театру не буде, а буде тільки телевидіння». Як ви прогнозуєте розвиток театрального мистецтва? Чи може театр зникнути взагалі в зв'язку з розвитком там, і 3D-технологій, комп'ютеризації всілякої і таке інше? Ну так, да, була така мисля, це в 70-х годах. В начале 70-х, когда телевидение пошло набирать обороты, то был прогноз такой даже. Вот Михаил Ульянов, известный артист, ушел из жизни. Он был уже в последние годы главный режиссер театра Вахтангова. Вот. И я с ним хотел даже, когда учился, сделать спектакль. Он тогда мне говорил, все, театру гибель. Телевидение сейчас нас за борт выкинет, театр. И такая опасность была, она пошла. Телевидение стало вытеснять театр, завоевывать. Ну, когда тебе прямо в дом заносят спектакль, нафиг тебе в театр идти, правда? Но потом люди, насытившись, вот когда наедается человек, да, что-то одно ест, ему хочется уже другое, или с одной женщиной живет, она другую смотрит, любопытство работает. И сейчас жизнь привела, мне кажется, людей, по моим наблюдениям, по крайней мере, что люди больше потянулись к живому общению с артистами, с искусством, не через стекло, не в плазму тупо смотреть. Говорит, знаешь, я, говорит, решил поменять образ жизни. Как? Я, говорит, сел на телевизор и смотрю диван. Вот люди так настолько прилипли. А сейчас еще, а уже от телевизоров интернет оторвал, ноутбуки, планшеты, айфоны, смартфоны. Все, уже и телевизор не интересен уже. Уже сам себя фотографирую, понимаешь? Сам себе заказывает в интернете что-то. То есть человек сразу уходит в себя и остается в одиночестве гордом. Правда, технологии так идут, что аппаратура меняется. Он, оператор, сейчас смотрит и говорит, только что перед съемками мне сказал ваш оператор, ах, как хочется новую аппаратуру, ах, как хочется новую технологию. Он заинтересован в этом, чтобы ему аппаратуру новую дали. Дайте новую аппаратуру операторам телевидения, кто меня слышит. Да. Потому что эта игрушка ему надоела, он хочет уже новую, лучшую. Поэтому люди сейчас, наедаясь этими игрушками, я заметил, пошел приток в театр. Люди хотят живого общения. Мы же общаться разучились. Ты представляешь, сейчас муж с женой сидят, не буду, ну, сейчас же она тупо в ноутбуке, он в планшете, или он вот так вот сидит, в музыке слушает, а она что-то там лупит, и они общаются между собой. Он в наушниках, она общается, ему так показывает, мол, я тебе что-то хочу сказать. Он видит, тогда он ее слушает. А она вот так сидит, он ей вот так вот, вот рукой делает. Опа, оторвалась. А, да, общнулись, и опять каждый в свое, понимаешь? Даже в доме, в семье разобщенность благодаря нашим идти их умать технологиям, понимаешь? Вот. А тут живой, артист живой, я слышу тебя. Не то, что я отснялся вот перед камерой, и все. А тут живой человек у меня в зале сидит. Мне же хочется на контакт. Я вот, ну, сегодня в спектакле по тексту у меня идет про зрителей, а я этим зрителям, они понимают. Понимаешь, и им интересно живого посмотреть. Ну вот. А театр – это живое общение. И оно растет, оно растет. Вы мне нравитесь. Я хочу, чтобы вы стали моими. А что, и вы бы пришли? Да. И вовсе не из желания увидеть вашего Дали. Я даже не верила, что он у вас есть. Ну, в таком случае... Что в таком случае? Ну, в таком случае... Я только хочу сказать, что я счастлив, что вы здесь у меня в доме. Я хочу пить. Так, сию минуту. У вас есть что-нибудь? Сию минуту. Что вы предпочитаете? Виски, шампанское?
А если можно молоко? Можно. Да, как детям. С капелькой коньяка. Холодное, если можно, очень холодное. Да. А сколько капель коньяка? А вы наливайте, я скажу, когда хватит. Перевага антрепризного театру у свободі. Ми вільні пташки, ми можемо гармонійно і спокійно розподіляти свій графік. І, власне, можемо зібратися в колективі однодумців, які приємні одне одному. Так і сталося, тому що Євген Васильович покликав тих людей, з якими він вже знайомий багато років. Це вже рідня, це вже, можна сказати, одна театральна родина. І нам нема чого ділити. Це дійсно рідна людина для мене, адже це батько мого перстка, моєї донечки. А Антоніна Паперна – це вже актриса театру імені Вахтангова. І я вам скажу, що я щаслива, адже сьогодні ми знайшли той вимір стосунків, саме творчого гатунку, який так зігріває моє серце. Вже ніхто не пам'ятає про конфлікти, які були, звичайно, навіть. І нам вдалося зробити хороші театральні започаткування, які тішать серця наших прихильників, глядачів України. Останнім часом Євген Паперний не бере в роботу драматичні і трагічні п'єси. Він щиро переконаний, трагедій і так багато в сучасному житті. А театр? Театр має дати надію, світлу віру у краще, той неймовірно цілющий ковток оптимізму та позитивних емоцій, завдяки якому можливо пережити негаразди та впевнено крокувати у щасливе майбутнє. А воно для нас з вами обов'язково настане, переконаний Євген Паперний. А йому важко не повірити.